«Елка милосердия». Такую акцию в помощь онкологическим больным организовали волонтеры благотворительного фонда «Близко к сердцу». В магазине «Весна» они установили нетрадиционный белый символ Нового года. Любой покупатель может оказать посильную поддержку ангарчанам, больным раком, приобрести стикеры с символикой фонда и наклеить на елку, либо опустить монету или купюру в специальный контейнер для сбора средств. Так как наша елка наряжена всего наполовину, то за оставшуюся неделю до новогоднего праздника мы приглашаем ангарчан поучаствовать в нашей акции. Так как акция предновогодняя, то от данной акции собранные средства пойдут на приобретение новогодних подарков для наших пациентов, которые находятся в хосписе-стационаре. Сегодня в специальном учреждении для онкобольных находятся 17 человек. Лучшим подарком к Новому году для них может стать только выздоровление. Но презенты от горожан обязательно поднимут настроение людям, имеющим проблемы со здоровьем.